Поводом для внеочередного заседания правительственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии стал факт обнаружения в конце прошлого года на территории республики кабана, зараженного африканской чумой. Это инфекционное заболевание очень опасно для поголовья свиней. Самый испытанный способ борьбы с болезнью – регулирование численности диких животных. С начала этого года уже добыто 12 кабанов. На территории республики на сегодняшний день действует карантин по африканской чуме свиней среди диких кабанов. Мероприятия по ликвидации эпизоотического очага подходят к завершению. Однако стоит острый вопрос по снижению численности кабанов до показателя плотности популяции 0,25 особей на 1000 га на территории республики. Госветслужба Чувашии провела 105 мониторинговых исследований на африканскую чуму свиней. Результаты отрицательные. Свиноводческие хозяйства контролируют ситуацию. На внеочередном заседании обсудили положение дел в отрасли по гриппу птиц. Основой профилактики на сегодняшний день в целях предупреждения возникновения является функционирование птицеводческих хозяйств в режиме закрытого типа и мониторинговые исследования сыворотки крови птиц и исследование патологического материала павшей птицы. Не удается пока снизить показатели по заболеваемости лайкозом крупного рогатого скота. В прошлом году наибольший процент инфицированности был зафиксирован в Порецком районе. Специалисты проводят там необходимые мероприятия.